Мы находимся в Холмовке. Сейчас идем в чайхану Эскикермен. На въезде в Холмовку поворот как раз на Черные Камни. Вот тут кафе. Кто-то нам рекламировал его, я даже знаю, кто, не буду называть. Вдруг не понравится, а потом обидится. Идем в это кафе. Тут все есть. Написано, куда чего можно двигаться. Дальше путешествовать. Ну, мы туда не поедем. Мы пойдем в это кафе. И вот я захожу в это кафе. Тут у нас вот маленький бассейнчик. Видно, будут скоро рыбки сплавать будут. Надеюсь. Так, идем в кафе, снимаем, смотрим. Красивые здания такие. Деревянные. Девушка вот вышла. Здравствуйте. А где мои гости? Куда пошли? Туда? Здесь. Там сели, да? Сейчас туда пойду тоже. Так. Все. Так что реклама пока соответствует тому, что мне рассказали. Пока все правда. Посмотрим дальше, что тут есть. Вот такой вот кафешечка. Вот такой вот индивидуальный местечко, где можно посидеть, чайку попить, о политике поговорить. А мы пойдем сейчас вот это здание, очень красивое, с розами. Пойдем туда, друзья уже там. Вот у нас уже друзья сели за стол. Мы дошли в зал. Хатидже. Хатидже. А, вы их национальность. Вернее, национальность. Да. Их, она своя. Своя. Да. Я местная. Нашинская, нашинская. Холмовская. Сейчас будем чай пить, будем есть чебуреки, янтык и все остальное. Розы желтают. У нас в компании есть один специалист, инженер по мобильникам. Так точно. Вот эти вот товарищи, вот эти вот, которые уже седые все, вот не знают, какую кнопку нажать, что сделать. То вспышка не так работает, то что-то еще не так. Мы обращаемся всегда к нашему консультанту. Вот он, Лева, у нас консультант, он прекрасно сразу сообразил, куда что нажать, что сделать и как быть. Лева, как тебе нравится это блюдо? Вот мы сейчас находимся. Да. Обожаю его. Вкусно, да? Обожаю. Блюдо. То есть можно 5 баллов им поставить, да? Как называется блюдо? Скажи. Как называется блюдо? Ифак аш. Вот так, реклама пошла. Ифак аш, да. Женись на татарке. Так, молодой человек, а как вам блюдо это вот? Ну, я же знаю, по рекомендации сына. Я всегда заказываю. А как называется это блюдо, теперь вы скажите? Юфак аш. А, вы знаете, да? Хотел поймать его, но что не знаю, да? В Бахчисарае мы его попробовали 2 года назад. Он еще маленький был. Да, наверное, 5 лет было, 6, да, 3 года. 6. А сейчас мы находимся в Холмовке. Называется одна порция. У них одна порция, это 3... Как она называется, забыл, скачал. 3 чебурека. 3? 3 чебурека, да. Не интык, а 3 чебурека заказал. Кстати, интык тоже там по 3. Но я вот выбрал 2 с сыром, 1 с мясом. Вот тут с мясом, который потемнее, эти 2 с сыром. Сейчас попробуем на вкус. По размерам одинаково. Ем чебурек с сыром. Так сказать, у нас сегодня типа тестирование называется блюд. Так вот, чебурек с сыром сделан как надо. И по соли, и по качеству, и по вкусовым характеристикам. Вот как чебурек с сыром должен быть, так и сделан. То есть претензий никаких нет. Качество приготовления пищи по чебуреку с сыром отменное. А вот Юрий Александрович ест, как называется, по-королевски, да? Янтык по-королевски. Уникальный. Такого я еще нигде не ел. Хотя четвертый раз мы уже в Крыму. Всегда то большие чебуреки с мясом, там скоро по-королевски со всеми травами, с рисом. Но вот это называется янтык. Уникальный. Делается в этой, как ее,
в чане таком, в чане, как лепешки, которые пекут в чане. Тандыр называется. Тандыр, да. И вот там это делать уникально. Молодцы. Хай живее процветает Ридный Крым. Тирую чебурек с мясом. Обалденно вкусный. Сочный внутри. Мясо, не знаю, по-моему, наверное, баранина со свининой вместе, с говядиной, наверное. Но очень сочный такой, вкусный. Так что рекомендую. Ну, видел? Ну, выложи все и скажи, только сюда янтык. Ну, я же сказал, что вот это приготовление янтыка и янтык. Янтык. По-королевски это было еще. Очень вкусно. Такого еще нигде не кушал. Но это старинное. Вообще называется чабан-янтык. Раньше, когда пастухи уходили в лес, в поля пасти баран, они брали с собой тесто, и там было внутри просто отбитый кусок мяса, и они на горячем камне это готовили. Ага. А у вас это все готовится вот в таком... В тандыре, да? Нет, это не в тандыре, это на сухой сковороде. На сухой сковороде, да? По-современному уже, да. А у вас такого нету, да? Дома я готовлю вообще просто на обычной печи. Кирпичная печь, сверху прямо на плите. Вот на плите от печи. Понятно. О, совсем уже. Заманило. Да. Вкусно готовит, да, наверное. Заманили. Да. Если все там по-настоящему. Все, спасибо. Спасибо, Катя. Здоровья. Мои друзья возвращаются с дегустации блюд в кафе «Эски Кармен». Нет, кафе, как называется, наверное, тогда. Так. Как отдохнули? Как покушали? Отлично. Так, вы молодой человек тоже, да? Так. Юрий Александрович, как покушали? Отлично, да? Великолепно. Все. Ростислав, пожалуйста, открывай дверь, зайдем, посмотрим, что это у них в банкетном зале здесь. Проходим. Ой, какой зал красивый. Банкетный зал. То есть в этом зале можно проводить свадьбу, мероприятия все. Музыка. Люстры какие-то красивые. Кондиционеры стоят. Зал. Столы. Можно еще буквой П поставить. Столы как хочешь, да? Шикарный зал. Шикарный зал. Так. Красиво. Вот сейчас мы, девушка, которая сегодня обслуживала в кафе, мы сейчас ее спросим, вот, что здесь можно проводить, какие мероприятия можно проводить? Давайте мы в ту сторону пройдем. День рождения, юбилей. Да? А вы нам визиточку дадите, на телефон куда позвонить, допустим, если кто-то хочет? Конечно. Да. Я прямо на нашем ролике пущу, тут звоните по телефону, договаривайтесь. Отлично, конечно. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошо. Мы очень довольны, мы были первый раз сегодня, но тоже по наводке нам. По наводке нам рассказали, куда ехать, и вот мы сюда заехали. Поворот, говорит, на Черные Камни. Да. Еще раз асфальт, скажите громко. Севастопольская, 72, Чайханайский Кермен. Поселок? Холмовка. Холмовка. Поворот? На Черные Камни. Так, ребята, мы сегодня посетили кафе «Эски Кармен». Сделали дегустацию всех блюд. То, что мы видели, то, что мы пробовали, мы вам рассказали. Это находится вот здесь.